Итак, мы приехали в отель Jazz Casa del Mar. Это наш первый отель на сегодня. Пойдемте поглядим. Итак, у нас есть итальянский а-ля-карт. И сразу в него зашли, чтобы показать вам атмосферу, что здесь можно классно проводить время вечерком с семьей или вдвоем, ну или одному. Ну, а в этой части у нас, соответственно, главный ресторан, где можно посидеть как внутри, так и на улице. Супериор. Комнатка с диванчиком и выходом на балкон, на территорию. Давайте отсюда взглянем. То есть у нас тут бассейн, пляж, все как надо. Хочу обратить ваше внимание, мы совершенно недавно здесь были. Вот там отель у нас, это бывший Hilton, который Swiss Inn. Мы вчера здесь были. У них, собственно, один здесь пляж, а это отель Jazz. Ну и еще одна категория номера, это Family Suite. Семейный такой номер. Здесь дополнительно, как вы видите, две комнаты с большой раздельными кроватями. И также выход к бассейну и видом на море. Ну, спортзал, понятно, тоже здесь есть. Прохладно, можно заниматься. Еще один а-ля-карт ресторан. Гриль. Основная тема этого ресторана. Так что можно заказывать и наслаждаться ужинами. Ну, естественно, по питанию здесь все отлично. Выбор сыров, как вы помните, да, я по сырам сразу даю оценку об отеле. Ну и, соответственно, различные другое меню, какие-то горячие блюда делают, блинчики, яичница, это у нас завтрак, йогурты, салаты, и еще много-много разных вкусностей, поэтому с едой вообще никаких проблем тут нет. Здесь все чисто, да, я вот отмечал, что не везде бывает все чистенько, здесь все очень чисто, аккуратно и эстетично. Сейчас выйдем на пляж, пока идем, расскажу. У нас получается вот этот отель, он состоит из двух, скажем, отелей. Это бич и резорт. Резорт – это 4 звезды, бич – это 5. И мы, соответственно, не можем пользоваться их территорией, хотя они находятся рядом, да, это один отель. Вот здесь они перегорожены ленточкой, ну, как бы условно, на самом деле. Ну, будут, если что, как говорится, вас просить покинуть это место. Ну, а так здесь пляж отличный, нормальный, вода прозрачная. Вот здесь, кстати, территория пляжа. Это вчерашний отель, который бывший Hilton, который Swiss Inn. Так что отлично, можно купаться, все хорошо. Ну, это продолжение территории Del Mar Beach Jazz. У него с передней части на пляже есть, и с обратной стороны также есть территория с двумя бассейнами. Также здесь происходят анимационные программы, бар есть, в общем, все как надо. Друзья, параллельных вопросов вернусь. Мне многие спросили по поводу медицины, как, что быть и так далее. В общем, в любом отеле всегда есть врач. Если его нет, его можно вызвать. Вызвать можно заплатно. Вызвать можно, соответственно, по страховой. Поэтому на эту тему не переживайте. Без медицинской помощи вы точно не останетесь. Итак, друзья, у нас вторая часть сети отелей Jazz. Это Casa del Mar Resort, который находится на второй линии. Прямо сейчас мы отправляемся на его территорию. Мы вот сейчас с вами зашли на территорию Casa del Mar Resort. Это отель на второй линии сети Jazz. Но здесь все отлично. Посмотрите, есть аквапарк, бассейны, территория. Все супер. Также ухожено, чисто. Но из-за того, что не первая линия, здесь цены гораздо дешевле. Соответственно, пока еще есть время показать там завтрак. Завтрак здесь также отличный. Все очень хорошо. Выглядит приятно, аппетитно. Разнообразное меню. И прохладненько. Что очень-очень хорошо. Так, друзья, можно выйти, попить чайку. Полюбоваться о красивой территории в данном отеле Jazz Casa del Mar Resort. А еще, друзья, хорошо, что вот рядом с этим отелем, вообще, в принципе, да, вот Swiss, соответственно, Jazz, здесь есть небольшая инфраструктура, есть куда выйти, вот видите, такой городочек, магазинчик и аптека, так что, как говорится, не тополь на плющихе.